Мы хотим рассказать о двух удивительных женщинах, которые выбрали совсем нелегкую профессию и смогли добиться в ней высокого призвания. Их достижения были отмечены благодарственным письмом губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Дояркой в хозяйстве Переозовская Галина Кирюшина работает уже более 30 лет. Работа сложная, физически тяжелая, практически без праздников и выходных. Но выбранной некогда профессии Галина Алексеевна осталась верна и уже не представляет жизни без своих подопечных. В своей работе главное – это терпение. Работаю уже 35 лет, чуть больше. Так что... Да, и привыкла работать в сельском хозяйстве, приехала, тут работаю. Конечно, у каждой коровы есть свой характер. Вот. Подходишь как, ну они уже привыкли к нам, мы к ним привыкаем. Тёла, первотёлочек мы приучаем. Каждую свою корову, а их у нее 50, Галина Алексеевна знает по имени. Каждой нужен свой подход, внимание и забота. Тёлки, ты не хочешь? Вот. Хочешь? Я хочу, да? За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие отрасли животноводства в этом году Галине Алексеевне было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани». А вот стаж работы телятницы Юлии Игнатенко всего 3 года. Но и за это время ей удалось многого добиться в своей профессии. Она стала победителем краевого конкурса «Лучший оператор по выращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота». Юлия выхаживает телят практически с рождения и до полугода. Сейчас под ее опекой находится 170 малышей. Рабочий день начинается с 4 утра. Каждого надо напоить, накормить, если заболел, вылечить. Надо относиться с душой. Ну, как вам сказать, наверное, 70% своей жизни я посвящаю работе. Поэтому, наверное, от этого и такие, ну, и результаты, и успех виден. Не так просто их вырастить. Переживаешь за каждого теленка, пока их поднимешь. Ну, не только физически, но и морально такое сопереживание телятам. Обе героини нашего репортажа работают в хозяйстве Приазовское, одном из наиболее динамично развивающихся сельхозпредприятий района. Здесь всегда добиваются высоких показателей, как в растениеводстве, так и в животноводстве. Все это было бы невозможно без самоотверженного труда работающих в хозяйстве людей. Именно они – главное богатство Приазовского. Мы гордимся, конечно, своими работниками. Прежде всего, мы стараемся им помочь, чтобы они достигли таких результатов конкретных в работе. Вот Юлии Игнатенко где-то привесы суточные, где-то килограмм, кило 100. Она работает за троих. За телятами они заботятся как о своих детей. Также и Галина Кирюшина. Благодаря таким дояркам, благодаря, вот именно они знают ферму, знают своих животных, прикладывают максимум усилий и добиваются таких результатов. Поэтому я всегда им благодарен за их труд, за терпение, за старание. Предприятие, где по-настоящему уважают и ценят труд людей, будет процветать. А работники будут стремиться работать с полной самоотдачей, стремясь к новым победам. Анна Монастыренко, Георгий Калинин.